Всем ураган, с вами привет, и я извиняюсь за казус, который произошел вчера. Я не понял, каким образом обрезалась катка, поэтому сейчас я вставлю начало и, конечно же, две очень прикольные катки. Ну а перед началом ролика не забывайте залетать в телегу, а также на Twitch, ссылки в описании, досматривайте до конца, а я не буду задерживаться, погнали. Почему я не могу превратиться? Так, подожди. Там был Джонни Ураган. Короче, смотрите, в чем прикол. Я мог лопнуть эту хуйню, которая... А, или подожди, это... Стоп. Она сама вам это ураган. На тумер. Это ураган. Алло, вы гоните? Я видел то, что вы со мной. Вы понимаете то, что я огромный? Вы видели, чтоб я дернулся? Пиздёшь, короче, Тась. Нет, блядь, в смысле я? Нет. Я еще левее был. Нет, я еще левее был. Когда голландский умер, это был самый рекорд сейчас. Я сейчас расскажу, что я делаю вообще. Я какие-то сенсоры накидываю, датчики ставлю, клею, короче. Ну, сенсоры я не понимаю, что дает, там он на пол кидает, никто не подбирает. Но вот датчики, когда я накидываю, вот сейчас я датчик на тебя накинул. Что за датчики, расскажи, просто у меня предыдущая игра была. Когда датчик, короче, кидаю, левее кнопка, показывает, где персонаж. И то на время, по-моему. Сенсор, я не знаю, он просто на полу лежит. Нет, это пиздец. Нет, Джонни пиздит. Да, это нет, так. Ася. Это так. Нет. Это так вообще-то. Нет, что ты говоришь, пиздишь, Джонни, вообще не блядь. Так. У меня прошлого катка была, я накидывал оператив. Сенсор. Короче, ну, и что сенсор делает? И короче, ты сенсоры на задание пол, должен накидывать. Сейчас, кто выполняет это задание, там, а, тогда ну, ты отвечаешься. Ну этого я не знал. Сенсор не знаю, но я же говорю, датчики, что делать? Я вам по-серьезки говорю, блядь. Сенсор и датчики. Пиздёж, не верьте. Я мог бы это придумать. Не верьте им, блядь. Это значит, Джонни Ураган. Джонни дефнул урагана, Джонни дефнул урагана. А просто был... Нет, я не был, я до этого мэром был. Я был мэром и импостером был до этого, я не мог это придумать. Это Джонни Ураган. Я не про сейчас, Ася, я тебе говорю, когда прошлый мод был. Ебать! Это что такое, блядь? Это кто, доброе утро? Это зрители накинули. Что это было? А каким образом? Почему я не могу превратиться? А, вот. Понял, принял. Мне нужно того. Мне дверь закрыть нужно. Здорово. Ой. Да что? Я заговорю. Почему я не поверили в это, слава богу. Знаете, как я умер? Я, короче, играл, у меня была роль пломбера, я был в вентиляции. И ураган меня из вентиляции убил. Да, а я не понимаю, почему я могу. У меня килл типа загорается, такой, что за херь, ладно, нажму, бам, от минус Олег. Почему я не мог кнопку сейчас нажать? Я знал, что ураган второй. Ураган, расскажу, в чем прикол. Я, короче, пыль этого зната убил, у меня КД 40 секунд было, и поэтому... Нет, а прикол в том, что там вроде дабл килл оставался, я вижу, типа кнопка загорелась, такой, ну ладно, убью. Кто я буду? Информант. О, я информант. Пожалуйста, можно я буду быстро бегать? А, или да, я быстро бегаю, или нет. Я не понимаю, я быстро бегаю или нет. Окей, давай я фастно попробую проспидранить сейчас все эти задания. Мне надо снизу вот это все выполнить. А потом меня раскидает, как дикую собаку. Поэтому мы сейчас... Знат, ты что, мразота? Подожди, он вот в этом люке залез, возможно, вот здесь вот будет труп. Вам так не кажется? Мне кажется. Нет, здесь трупа нет, ладно, извините, пожалуйста. Так, голландский. И, блин, ну почему большие задания? Алло, на кой хрен вы мне даете такие огромные задания? Я хочу быстро это все выполнить, спалить, кто импостер, и сказать то, что тот жопу жует, а тот балбес. Поняли, как вам такое? Угу. Сойдет все. Бусинки эти волшебные мы уничтожили, как давно мы их не уничтожали. Так, у меня три задания. Собака, все, гага. Знат, короче, как балбес, просто прыгает по этим. Пофиг, я выполню сразу скан, потому что нахрен ждать кого-то. Это будет слишком долго. Давай, быстрее, пожалуйста. Так. Голландский последний раз был справа у листочков. Подожди, кофе. Знат по люкам прыгает. Да. Где? А как ты... Прошелся так, знаешь, быстро ты вроде бы был возле камер. Так я супермен. Да, он супермен. Я же маленький бегает. Супер бэби. Это прям как я в детстве супермена всегда одевал плащ. Вот такой сейчас тоже самое. Ты мертв или жив? Подожди, Литпут. А ты сейчас был в электричестве, ты сейчас где я нашел труп? Я был в электричестве, а труп находится в хранилище. Хранилище справа. В хранилище внизу, да, около рычага.
У канистры с бензином. Олег, Олег, померимся силами. Мы сейчас на камерах стоим. А кто сейчас... Знат, это ты из люка вышел сейчас? В меди. А Знат молчит. Наверное. Да, он вышел, вышел в электричке, он в электричке вышел, Знат. Нет, а как он через люк бы прыгал? У него вот просто вот это вот зеркальце, которое в глазу, у него запало в вентиляцию, и он испал его там. Да. Ну лучше, лучше. Он с электрички сейчас вылез. Чё, Олег, померимся силами? Померимся силами? А ты кто? Я в электричке стоял все время, чем речь. Да я из аниме одного тоже. Как Супермен, только анимешный. Да, это Супермен лучше, конечно. А за что, Олега? Я проголосовал! Я Знат! Опять Знат про себя, короче, моей тактикой. Джонни, ебали! Собака! Он реально такой маленький, быстренький! Здорово! Мне пофиг, я прохожу это гребаное задание, мне надо очень быстро его выполнить. Потому что я информант, а у нас импостер очень жесткий. Мне надо быстрее 3 задания этих гребаных выполнить и все. Собака, пожалуйста, можно вы не будете сейчас никого убивать, я вас умоляю. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Кофе убегает. Так, быстрее, 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 провода соединяем. Так. Да пожалуйста, поднимись, ты хрень гребаная. Довайнт. Давай, 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 пожалуйста, быстрее, надо очень быстро это все выполнить. И можно мне влево куда-нибудь задание метнет? Я тебя умоляю, умоляю, умоляю. У меня в душе все сжимается. Все, значит, у меня слева 2 задания. Так, мы успеем, мы успеем, мы успеем. Сука, мне жопа. Мне просто жопа. Это дорогой. Нет, подожди, да, он сдох, да, при мне, да, я да, без, да. Подожди, стой, стой, стой. Я стоял у двери, я тебе подожди. Я стоял подожди, у двери, у нас он умер посередине. Стой, ураган, ты живой или нет? Я живой, да, я живой, 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 живой. Драгон, я видел, как ты из вентиляции вылез. Нет, какой вентиляции, ты поехавший, я зашел с ураганом, стоял. Куда ты голосуешь? Кофе, я тебе объясняю. Стоп, сколько КД, сколько КД у импостера, сколько КД у импостера? Подожди, второй Джонни. 25. Что? Один Драгон, второй Джонни. А почему знаете самый прикол в чем? Если кофе импостер, как ему повезло быстро бегать и убивать? Это вообще. Ну-ка, кофе, я тебе объясняю мне, ситуацию, как она была. Сейчас, подожди, 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 он скинул меня. Ну-ка, давай, объясни тогда. Че я? Чисто в тебя у меня просто подозрение, то есть чисто на интуитивном уровне, понял? Ну ты, ну, ты же напрямую сказал, что это я. Ну, я говорю, я просто сказал, что я вот по интуиции своей чувствую, что это ты. А второй драконий, потому что я видел, как он вылез из вентиляции. Где и... из вентиляции я вылез? Мы были втроем. Подожди, где вылез из вентиляции я? На свету. На каком? На свету я с ураганом стоял и к нему подбежал со стороны. Я... Алло, у меня вообще... Я свет видел, пришел в самом видел, конце. Я видел, что ты выпрыгнул из вентиляции. Ты не видел этого. Кофе, я не выпрыгивал. Это в кит. А в кого мы уверены 100%? В урагане? Короче, драгоня... Если ты джестер, я не знаю. Драгоня, скорее всего. Второй не знаю. Либо... Может, урагана выгоним? Я тебя сейчас выгоним, Расута Сачучка. Вот мы урагана если выгоним. Мальчик, ты балбес. Я объясняю, почему это не я. Его могли отравить. Он сдох вообще в другой части кофе. Он стол по центру. Просто сейчас паничка в том, то, что у меня осталось 2 задания, которые возле карточки. Это скачка файлов и провода. Типа, успею ли я их сделать до того, как откатится КД у импостера? Готовьте сразу кнопку нажимать и какой-нибудь саботаж чинить. Пожалуйста, я должен успеть. Я просто в самый низ бегу, я сразу в самый низ бегу, в самый низ, самый низ, самый низ. Сначала вот эту хрень надо скачать очень быстро. Пожалуйста, быстрее, 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 быстрее. Я тебя умоляю, можно КДУ этих балбесов не откатится? Пожалуйста, пожалуйста, давай, 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 да закройся ты уже! Ёперный театр! Олег, чини, просто Олег, чини. Кого? Мне влево дали еще задание! Я рот я топ... Блядь, а я проголосовал в другую. Да не я его убил, реально. Я в скип он тогда голосовал. Типа, нет, тут слишком жестко за информанта. Из люка я тоже не выпрыгнул. Понимаете, в чем дело? Я был предатором, у которого все кнопки существующие за импостером. Все? Да, а Драгоня был вайпером, и мы вдвоем отравляем. Вот почему, блядь, вы понимаете, бред в том, что убили первыми органиста поджигателя. И джестера. Нифига себе. Не-не, он типа слышит кил. Там вот так вот взорвалось. Вайкер. Вы посмотрите, какая миленькая маленькая импостер. Миленькая маленькая, ну да, в принципе. Ай, боже мой. Что вот это я сделал? Мы убегаем, мы бежим вот сюда вот. Угу. Мы какой-то, блин, трап сделали. Я задолбался, я больше всех в этой... Джонни, подожди, ты видел уже это? Короче, нет.
Ветров. Гений, блядь. Короче, я бегу, вот этот саботаж, и снизу, где этот? Хранилище, умирает этот. Гаванский. Короче, я просто пробегаю. Я бы не успел Джонни убить. Алло, я толстая, жирная тетя Мотя. Алло, мне 2 метра 40 минут идти, да. Давайте расскажу, как ты выжил. А Литпут вы... Ой, подожди, Джонни выбегал из пункта управления? Сверху, со столовой. Сверху бежал. Со столовой он бежал на нижний. Кто был в пункте управления сейчас? Это что, это справа? Или где? Нет, карточка. Я добегал до туда. Бежал тут. Я тоже только бегу. Я вот, да, то. Я видел их, я ее видел на верхнем А2, их, если человек. Я верхнего А2 починил. Вот где карточка, вот это вот задание? Это номер? Ты откуда знаешь? Потому что я видел, у меня... Ну, не а можно я вопрос задам я вам? По камерам, я видел просто по камерам. Понял. Он агент, короче. Я видел по камерам просто, что туда заезжал Литпут на машине своей. Припарковался. Короче, смотрите, мой кадр, как я вижу. Я бегу сверху, пронесся. Я вижу кнопку репорта. И вижу, как ураган идет сверху вниз. Снизу вверх. Я потом, а где труп, не понимаю. Обратно возвращаюсь. И ураган уже бежит обратно с того места, откуда выбегал и говорит, Джонни, ты это видел? Поэтому у меня есть небольшое подозрение, что... Алло, я слишком большой, чтобы делать настолько скоростные мувы, как у тебя, ты понимаешь? Ну, может, я с самого старта успел добежать только до электрики, дверей и обратно добежать вот сверху до хранилища. Ну, у меня подозрение есть, ты уже был таким. У нас есть ли доктор в этой катке? Не знаю. Нельзя, мы не сможем узнать. Блин. Простой вопрос. Бля, алло, вы... А зачем карлика? За что тетя Мотю? Майор, блядь, быстро! Потому что вы карлик и гигант, вы не можете быть импостером, что ли? Нет, я-то не импостер. Поверил, окей. Ну, побежали. Давай, да, конечно. Мы еле-еле сюда забегаем. Вот так вот делаем. Побежали. Там Джонни сейчас умрет от этой штуки. Мы можем вот тут вот так расставить, офнуть вот так вот. А, стоп. А, нет. Проверка. Джонни, понял, насколько я много бегаю? Что? Подожди, одну секунду. Как ты на камерах оказался? Он забежал. Не, он снизу забежал, да. Маленький. Я через люки прыгнул. А смысл сбора я не понял. Зачем сбор сделал? Проверка. Почка. Сбросить КД у импостера. Ну правильно, на самом деле, если кто-то отравлен, то он не умрет. Да, и урагана заставить бежать опять. Иди нахрен. Идите в жопу, это не смешно, я... 3 катки из 5, я грёбаная мразота. А что это такое? Если что, я готов убивать. Что это сейчас было? Подожди. Это знат прям подошел и убил. Не, это отравлен. Ты прям подошел к нему. Подожди, а почему у меня... Нет. Не, ты прям подошел к нему, там даже анимация была. Нет, Ася, ты не о том говоришь, подожди, ты правильно все не придумал. У меня 2 зната сейчас бегает. Ты понимаешь, Ася? Типа я бегал R нажать, потому что сейчас какой-то либо даблкил готовился, или что, я понять не мог. Кофе, а почему ты... Ты прям подошел к Чупиксу и убил его. Не скажу. Там анимация была. Кого голосуете? Знаты. Да, зачем? Подожди, Драго, скипай, потому что они сейчас фигню делают. Мы сейчас просто проиграем нас 2 импостера. Я не знаю, потому что у меня 2 зната бегало, и типа Ася сейчас репортит. И Аси начинает на меня вкидывать. Знат, ты куда проголосовал? Кость, 2 зната, ураган, я у меня 2 зната, нет, у меня 2 зната бегало. Нет, там Чупик и 2 зната. Типа, я бы побежал до кнопки Аси, но ты понимаешь, как... Драго, иначе мы сольем. Так если бы сейчас какой-то бред произошел. Подожди, да, у нас 2 импостера. Ну так, кто-то Джонни еще где-то убил. Это либо Олег, либо Дракоша где-то. Ты понимаешь, у меня 2 голоса, Драго, так и так. Сейчас я вылечу, мы проиграли. Нет, это знат. Либо мы скипнем и попробуем кнопку нажать. И либо Дракош, либо Олег. Но кто-то там в другой стороне... Я мирный игрок. Подожди, не голосуй тогда, Драго. А, ну да, да, не Олег. Ну так Дракош. Знатый Дракош, все. Че уж, что-то легко. Очень легко, ты сейчас умрешь, мальчик мой. Ты сейчас умрешь. Надо саботаж сразу кликать. Как вкусно. Пошел супергерой хренов. Ну подождем. Самое главное успеть просто убить. Самое главное просто успеть убить. Фух. Хорошо. Я вот топтал это огромную мразь. Это жесть. Он от яда умер. Я задолбался, почему 3 катки и 3. Ты же был все равно. Кстати, спасибо, что не поверили, что это ураган.
Спасибо. Так нет, а того реально не я убил. Его знат тогда отравил, я типа бегу, я вижу то, что ты пробегаешь, что ты убил. Как он пошел ассасин, он же ассасин, как он отравил? Я не знаю, типа он отравил. Я отравить мог, и он мог травить, мы вдвоем травить могли. Короче, смотрите еще в чем прикол. Просто оказывается, яд после голосования все равно действует. То есть тебя отравили до голосования. Да, 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 да. Я в самом начале сдох, я у пульта умер, когда... Я тебя еще отравил в том раунде. Там значок есть, Джонни, да, да, да. А прям ты же реально сразу Чупикса убил же, блядь. Ты сразу, Джонни, умер, и никто твой труп даже не видит. Да, я мелкий, блядь.